В минувшие выходные в каспийском ресторане «Бриз» прошло торжественное мероприятие для самых главных людей в жизни каждого человека – матерей. В этот день депутат Государственной Думы Российской Федерации Нурбагант Нурбагантов поздравил тех, кто воспитал настоящих героев, а также поддерживал их – мамы и жены погибших участников СВО. Я хочу вам пожелать терпения, сил и вам духа держаться. Наши все мамы. Это самое святое, что у нас есть. Давайте каждой маме пожелаем здоровья, каждой маме пожелаем спокойствия, каждой маме пожелаем, чтобы она никогда не видела горя своих детей. А вот горе своих детей видит, мы с вами знаем, что это такое. Мы, я думаю, что с заклятому врагу не пожелаем вот такого. Поздравить женщин-матерей в этот светлый день пришел и заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов. Он выразил соболезнования и пожелал им здоровья и терпения, а также напомнил присутствующим, что мама – это самое святое. Любовь к матерям, она еще с раннего детства. Первые слова у нас бывают, мы говорим «мама». Вам крепкого здоровья, мы всегда с вами рядом. Чтобы вы всегда знали, что вы не одни, мы с вами ваши близкие, друзья, товарищи. Просто последуйте. Вам большое спасибо, что вы сегодня пришли украсить этот стол. Вам огромное спасибо. Украсили праздничный день своим творчеством ученицы 7 класса Самара Ургуева и Камила Абдулаева. Девочки рассказали трогательное стихотворение «Мама», а также поддержали матерей музыкальными номерами Амира Даибова и Айшата Исаева. Завершилось мероприятие вручением подарков и совместным фото.